Re, viss ēters ir te. Примеры стран Балтии встречаются часто, но вот реального сотрудничества между Латвией, Литвой и Эстонией не хватает. Такое мнение в интервью нашей службе новостей высказал политолог Андрис Спруц. Хорошо сотрудничество осуществляется на таком как бы политическом уровне. Все разные встречи, разные форматы. Для меня больше вопрос, как сотрудничество осуществляется на общественном уровне, между разными организациями, между сферой культуры и так далее. Поэтому я всегда говорил, что мы должны вообще-то следовать пример Вишеграда, где есть конкретный Вишеградский фонд, где есть институции, которые тоже поддерживают сотрудничество между обществом. Если мы говорим про экономику, если мы говорим про транзит, про транспортную сферу, если мы говорим про все-таки деньги, тогда здесь наблюдается конкуренция.